Глава 9. Серебристая тьма. Жители гор. И невозможные друзья. Часть 2. С момента, как пони обнаружили себя среди груды свежего сена, прошло немало времени. Солнце уже двигалось к горизонту, словно не желало уступать место Луне. А лиловая единорожка, взлохмаченная и покрытая разводами пыли, Сидел рядом с фонарем, держа перед собой небольшую записку. «Твой... твой к где мы?» Эпплджек осторожно шевельнула копытом и задела тихо пискнувшую флотершай кончики крыльев которой торчали из сена желтыми перышками. «Ой, у меня ощущение, будто меня в грозовое облако сунули!» Лохматая радужная грива показалась из-под сена и снова пропала. Вместо нее появились два копыта и крыло, словно их обладательница не могла решить, как именно следует выбираться из копны. Ой, тьф, «Почти так и было. Я не знаю, как нам вообще удалось телепортироваться оттуда. У меня рог до сих пор звенит от этого заклинания». Выплевывая соломинки и уже предполагая, как выглядит ее грива, проговорила Рерити. «Главное, что все в порядке. Голос Твайлот звучал тихо и устало. Она обернулась и блекло улыбнулась. — Но мы по-прежнему не знаем, как помочь принцессе Луне. — Простите, я втянула всех вас в это и чуть... Единорожка заглотнула слезы и улыбнулась веселее, заметив, как, наконец, из захапки сена выбирается пинки, слегка покачиваясь и не твердо держась на копытах. Лишь когда с ее магией объединилась магия Рерити, заклинание телепортации охватило зал и выбросила пони в ближайший синовал из уходящей под землю башни. Оно бы не потребовало столько сил, если бы не всплески молний и ощущение расслоения магии, наполнившего зал. Куда делись те единороги? И кто они были, она так и не узнала. Очнувшись, она лишь ощутила под собой солому и прохладную влагу на попавшем в корыто копыте. — Не говори так. Хорошо, что с нами все в порядке. Послышался тихий голосок Флаттерша и мордочка, которая показалась из пучков соломы. На ее нос упало голубое перо, и она чихнула, отправив его снова в полет. Лиловая единорожка шмыгнула носом и согласно кивнула. — Ну что это за кусочек бумаги? От пристального взгляда Рерити, с ужасом рассматривающий в своем отражении кавардак вместо ухоженной гривы, не ускользнула бережно удержимая в телекинезе бумажка. Я не знаю. Я нашла ее в своей тиаре, когда только очнулась. твайлот вновь повернулась к записке. Тут написано, крупица от радуги будет сиять. Тимур загнав и светом наполнив. Позвону листвы найдут дорогу друзья и встретятся вновь у корней хрустального древа. Кто бы это ни писал, он не дружит с рифмой, продекламировала Пинки Пай и осеклась, заметив обращенные на нее взгляды. Ну что? Крупица радуги. Твайлет показывала копытцам на переливающейся в пустом колье голубой осколок. Кусочек элемента гармонии, ну конечно же. Но вот что означает остальное? Может, это значит, что нам нужно вернуться обратно? тихо вставила флотершай рассматривая розовый осколок на краю пустой оправы в форме бабочки своего колье. М мне кажется, э это будет правильно. Позади тихо ойкнула дэш, на которую откуда-то сверху упала потрепанная книга из библиотеки. Потирая копытом макушку, она пнула обложку. — Только сначала малеху отдохнем и перекусим. Голубые крылышки свесились сниз. Я ног не чую и вообще ничего не чую. Переглянувшись, пони согласно кивнули. Лишь Твайлайт Спаркл озадаченно перечитывала записку, гадая, от кого она могла быть. Другой загадкой оставался рисунок принцесс, который она нашла, лежащим рядом с собой, когда очнулась в амбаре. Он поблескивал чуть треснувшей стеклянной частью, напоминая причину, по которой слишком долго отдыхать было бы непозволительной роскошью. Последние слова серебристой незнакомки оставляли мрачное ощущение, но хорошей новостью было другое. Джек, Рэрити, Дэшфл, Трешай Пинки, вы ощущаете что-то еще, кроме усталости? Единорожка повернулась к друзьям. Видение этот назойливый шум. Ну, хоть что-нибудь. Совсем ничего. И даже эти жутко страшные единороги пропали. Будешь? Пинки протянула пучок сена, улыбаясь привычной улыбкой так хорошо знакомой Твайлайт, подтверждая догадку. С элементами гармонии их покинули и кошмары. Вот только были ли причины они, или та странная серебристо-черная магия, путы которой ощутила на себе единорожка, этого она не знала. И ответ она могла услышать только от той, кого упомянула чародейка. И... а кто это повязал мне ленточку на копыта? Дэш рассматривала узелок, гадая, где она могла видеть эту ленту прежде. Фу, как по девчачьи выглядит. В отличие от туннеля, пещера была теплее и уютнее. Бьющая из источника вода, образуя небольшой ручеек, стекала по камням в небольшую выемку на камне, из которой просачивалась дальше, так и не вытекая за ее пределы. «Ммм, она теплая, немного сладковата», — удивленно воскликнул сделавшая глоток пегасочка. То теплые источники ⁇ что-то вроде. Согласно кивнула Дигзди, опуская в воду одну флягу за другой. Большая часть подземных рек никогда не выходит на поверхность, образуя замкнутую систему таких же озер. Родники то и дело пробиваются на поверхность в таких вот естественных пещерах. Поэтому недостатка в воде не будет. Но если есть желание, можно взять несколько фляг с собой. И все же ее беспокоило ощущение пустоты откалывая кусочки разноцветных кристаллов для будущих артефактов, она прислушивалась к себе. Артефакты молчали, вернее, они не ощущались иначе, чем просто металлическими изделиями, охватывающими ее тело, отказываясь резонировать с ее желаниями. Из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи рога и коготков на крыльях, что не скрылось от внимания Воронова, уже успевшего расстелить свой и ее коврики. «С тобой что-то не так, я прав?» Ван заглянул в глаза, задумавшийся над кристаллическим цветком пони. Она обернулась и приложила копытца к губам, словно призывая говорить тише. «Я не ощущаю артефактов». Едва слышно вымолвила она с тоскливыми нотками в голосе, выдающими ее неуверенность в своих силах. Взгляд выдавал напряжение и тоску, столь тщательно скрываемую до этого момента. Без них мне холодно, пусто. Эти камни заглушают их голоса, отнимают связь с ними. Но ты ведь прежде справлялась с этим? Он уже подозревал, каким будет ответ, но не думал, что догадка окажется настолько верна. Ну, я впервые получила нивелирующий камень. Она понуро опустила голову. Если бы я была единственной, на ком его не было, это показалось бы странным. — Да, наверное, Ван оглянулся на выдвигающего вслух одну теорию за другой Армаса, ведущего свой дневник наблюдения. Но тебе не стоило поступать так необдуманно. Дикзи тихо всхлипнула. Не так давно пережитое прикосновение острых когтей к шее, ощущение каменной нерушимой лапы, сжимающейся на шкурке, молчание артефактов — все это подтачивало самообладание перепончатокрылой. Произошедшее оказалось неожиданностью то испытание, оно напугало меня. Я не думала, что меня будут проверять. Это было так страшно. Стоять, не ощущая на себе артефактов в окружении каменного холода. Вздрогнув, проговорила она, и вороной на миг пожалел о необходимости скрывать свои крылья. Вместо этого он осторожно протянул пони к себе копытом. «Значит, нам нужно быстрее пройти эти подземные пещеры». Повеселев, прошептал Ван — наклонившись к забавно поникшему ушку фиолетово-гривой спутницы. — Не получится. Ты и я, может быть, и могли бы пройти быстрее, но не они. Она указала копытцем в сторону устраивающихся на ночлег пони. Заметив обращенные в ее сторону взгляды, Пегаска подмигнула и помахала крылом. Единорог уже растянулся возле мерцающего кристального куста, прикрыв глаза. Отсутствие магии все же утомляло лидера экспедиции. Это становилось все более заметным. Думаешь, у них не хватит выносливости? Брось. Как минимум, эта парочка явно заклина в путешествиях, не хуже нас с тобой. Вороной ухмыльнулся, но неожиданно серьезный взгляд Дигзди заставил его усомниться в своих предположениях. Или ты что-то не договариваешь? Валерин и ее спутники сейчас нет магии, как нет ее у тебя или у Армса. Они сейчас не замечают, но с каждой минутой и проделанным шагом они делятся своими силами с камнем. И если пойдут быстрее, начнут быстро слабить. Для этого им потребуется провизия, чтобы пополнять силы за ее счет. В твоем случае это верно лишь отчасти. Диксди указала крылом на коврик из мха. Но если ощутишь головокружение или пол вдруг перестанет быть устойчивым, откуси кусочек. Это немного поможет. И после этого я не поверю, что ты не знала об этом с самого начала, настоя взять с собой эти махковрики. Ван фыркнул и принюхался к коврику. Аромат горного лишайника никуда не делся, оставаясь таким же, как и прежде. На таких, как ты, он действует как поддержка. Вот почему торопиться не выйдет. А я... я потерплю. Дигзи осторожно легла на зеленую, чуть щекотящую подстилку, и вытянула копыта в сторону. — Погоди. Но если в тебе нет магии, то тогда камень действует на тебя, как простых пони. Вороной лег рядом, сложив под мордочки сумку. — Нет, он не создан для таких, как я. Я сама не ожидала, что из-за него перестану слышать артефакты. Тихо ответила она, нервно шевельнув хвостом. Костяные шипы царапнули пол, оставив несколько продольных полосок. Стоя там, она попросила удивленного ящера прикрепить к ней такой же камень, объясняя это тем, что так они будут чувствовать себя спокойнее. Не как пленники или вроде того. Ты говорила. Но для единорогов он тоже кажется несколько массивным. Ван взглянул в сторону Армоса, который ворочался во сне, то и дело цокая копытом по камню, явно испытывая дискомфорт от его присутствия. Чего этот ящер взъелся так на нашего лидера? Ощущение, будто тут все недолюбливают единорогов. Воины Сомбры были тут, но глубоко проникнуть они не смогли. Ящер дали им отпор по-своему, сохранив с тех пор некоторую неприязнь, хоть и утихшую со временем. Армас своими действиями напомнил им об этом, и тот ящер предложил несколько неприятный вариант от которого с трудом удалось его отговорить. Дикс зевнула. Но камни были созданы не для них. Они предназначались для аликорнов. «Что?» Уже готовый вздренуть, Ван очнулся и уставился на Демикорна. «И ты говоришь это только сейчас?» «Ну, не тогда же, когда все могли нас услышать». Смутившись, она спрятала за крылом мордочку. Это древнее правило. Не спрашивай меня, откуда оно пошло и что послужило причиной. О, принцесса, я не знаю, оскорбиться или принять за честь, что меня зачислили в такой лесный ранг. Тихо фыркнул вороной, слегка ткнув дик с в крыло. Та уже посапывала, укрывшись перепонками, прохладными и жесткими снаружи. Свет от кристаллов скользил по чешуйкам, отражался в них и, всматриваясь в этот шевелящийся узор, Вороной постепенно засыпал сам, логично предвкушая бодрость после хорошего сна. Ограничитель тихо щелкнул, сместив стрелку с одного тускло горящего символа на другой. Дик снился сон, и облачка воспоминаний скользили перед замершей в ожидании фиолетовой личностью. Немигающим взглядом она вглядывалась в скользящие мимо мутные образы. Она узнавала эти места узнавала то, что происходило вокруг. Смотрела чужими глазами на прошлую себя, живую, чувствующую и имеющую свои цели. Это был день, который не особо запомнился ей, но оказался ярким впечатлением для той, кто была с нею рядом. Той, кто смотрел на нее с восхищением снизу вверх, широко распахнутыми глазками же ребенка. Ну же, не отставай, я взяла тебя с собой только потому, что другие наставницы заняты важными поручениями. Багрова ржавого цвета демикорн быстро шла по каменному проходу, чеканя шаги стальными наподковниками, переходящими в массивные поножи на передних и задних копытах. Металлический шар украшения на одной из плотно скрученных пряди гривы мелодично позвякивал о полудоспехи, закрывающие грудь и часть боков. С каждым движением сочленения его входили друг в друга, обеспечивая своей обладательнице подвижность, хотя и несколько сковывая ее. Жеребенок с восторгом смотрела на эту броню. Даже полудоспехи считались уже признаком мастерства обладания артефактами. Две другие ее наставницы не имели таких. Правда, Брайт Лайт считал доспехи ненужными и обременяющими в полете предметами, обладая при этом правом их носить. «А куда мы идем, наставница Калдари? А там будет интересно, а почему тут так...» Жеребенок ойкнула, споткнувшись и растянувшись носом на полу. Не заметив торчащий камень, она зацепила за него копытом и теперь, скуксившись, потирала ушибленное место сгибом крыла, стараясь не расплакаться. «Не почемучкой. А то вырастешь почемучкой, и второй хвост появится». Вздохнув, наставница остановилась дожидаясь, пока же ребенок ее нагонит. — О, почемочек! два хвоста! Казалось, падение уже давно забыто, и жеребенок с интересом вглядывался в совершенно серьезную морду высокого демикорна, лоб который украшал загнутый артефакт, огибая рог и спускаясь зубцами к виску. — Ай, надо было согласиться и поменяться местами с Игниус. Калдери вздохнула и продолжил шагать дальше, не задавай глупых вопросов и не отставай. Тут легко потеряться, даже если на тебе этот браслет поиска. Хорошо. Синего цвета жеребенок с обхватывающим правое копытце колечком, в оправе которого мерцал красный камень, поспешила за наставницей, стараясь смотреть по сторонам. Туннель все чаще петлял и разделялся на боковые проходы. Свернув в один из таких, они оказались на просторной площадке, пол которой покрывали глубокие царапины и вмятины от копыт. Жеребенок огляделась по сторонам, замечая по бокам выступы, похожие на огромные ступени. Чтобы взобраться на такую, ей пришлось бы встать на задние копытца и помогать себе коготками на крыльях. И то это потребовало бы некоторых усилий. «Тут живут почемучки!» Янтарные глазки смотрели на с трудом сдерживающую улыбку наставницу. «Нет», Тут живут другие существа, которые могут быть тебе друзьями или могут быть врагами. А потому тебе следует выучить один очень важный урок, раз уж пришлось тебя взять с собой. Фиолетовая личность бесшумно вздохнула. Живое она казалась воплощением силы, надежности и доверия в глазах этого маленького существа. Сейчас, спустя столько времени, это воспоминание казалось ей не совсем правильным — но тогда, тогда она не могла поступить иначе. Ее дух требовал действий, а тело жаждало ощущений на грани возможного. Менять планы из-за навязанного ей же ребенка она не планировала, разумно полагая это отличным совмещением желаемого с полезным уроком для молодого поколения демикорнов. — Какой урок, наставница Калдери? Жеребенок моргнула и покрутила мордочкой кроме них никого и ничего не было. А для изучения символов и нетюмнарского языка потребовались бы те тяжелые книги, которые приносила с собой Игнус. Багрова ржавая наставница обернулась для ответа ровно в тот момент, когда что-то массивное просвистело над головой жеребенка, растрепав той гриву. Удар грохнул по металлическим пластинам доспехов и отбросил наставницу к самой стене, словно та ничего не весила. «На-на-наставница!» Жеребенок медленно поднимала мордашку вверх, с ужасом вглядываясь в застывшую над ней каменную лапу, когти которой блестели алмазными гранями. «Ты не смотреть по сторонам! Терять бдительность, Фускус!» Прокатала коверка и нетюмнарские слова существо, застывшее над жеребенком. «Или ты думать, я дать тебе слабость?» Наставница скользила над землей, чередуя копыта с касаниями шипов, резко меняя вектор движения, уклоняясь от возникающих из-под земли обломков скал. Мягкий толчок крылом отбросил же ребенка в сторону в тот же миг, когда пара закованных в броню копыт с лязганием впечатались в массивную каменную тушу, заставив ту согнуться. Несмотря на удар, существо осталось на ногах, использовав в качестве опоры свой хвост. Над отпрыгнувшей в бок надставницей возвышался каменный ящер, полная клыков пасть которого была приоткрыта в улыбке. Кажущийся медлительным, на деле он оказался намного подвижнее. Жеребенок даже не успела понять, что случилось, когда тот в несколько шагов оказался рядом с наставницей, перехватывая лапы взмах ее костяного хвоста. Шипы врезались в прочную лапу и высекли искры, пронзительно скрипнув. Не упустив шанса, ящер ударил в грудную пластину доспехов, заставив наставницу затись кашлем и откатиться кубарем к ступеням. Доспехи тускло замерцали, выбитыми на них символами, и по же на задних копытах нанесли удар в пол, позволив своей обладательнице уйти от прямой атаки прозрачными когтями, располосовавшими камень, будто это был сочный цитран. Костяной хвост вновь изогнулся, чуть удлинившись, и обвился вокруг шеи ящера, опрокинув того на землю. Каменная лапа по касательной чиркнула чешую на крыле, встретившись с чем-то вроде мерцающего барьера. Вновь посыпались искры. Но прежде чем Демикорн оправилась от этого, ящер перехватил ее хвост и отбросил в сторону, высвободив свою шею из захвата. Алмазные когти прошлись под оспехом, вспоров металлические детали и превратив полоски с символами в груду лома, жалобно лязгающего на напряженном и покрытом пылью теле, но Калдери не обращал на это внимания. Двигая словно хищник, она выбирала нужный момент. Фиолетово в фиолетовых глазах полыхали язычки пламени, вбирая часть силы из искрящихся на ее артефактах символов. Одна точка там, у груды камней, другая возле оставленной спиной ящера образды в полу, еще одна прямо у расколотой скалы, появившейся из пола словно из ниоткуда точное движение, единый порыв, обманчивое движение хвоста и несколько ударов копытами в корпус ящера, заставивший его охнуть, а поны же жалобно скрипнуть и погнуться, рассыпаясь с искр. Резкая атака рогом снизу вверх задевает бедро и предплечье существа, вызвав брызги каменной крошки. Почти идеально. Если бы не шаг ящера назад с разворотом, после которого массивный хвост пришелся по ее скуле и отправил в полет к противоположной стене. Прыжок. Плавный, отдающийся дрожью в земле бег, склонившегося вперед ящера, квадратная морда которого рассекала воздух, свистящий в углублениях его чешуи. Когти на лапах заискрились магией, светясь изнутри и переливаясь гранями. Матовая часть обманчиво делала их короче, чем они были на самом деле. Те, кто думали увернуться от атаки, не учитывали это и с изумлением смотрели на оставленные порезы. Только не она. Когти оторвали часть наплечника, оставив три пламенеющих бразды и задели выставленные как щит по ножи, скрежеща по усиленному магии металлу, потеряв часть своей инерции. Все же ящер теснил ее, прижимая к полу и почти касаясь когтями ее горла. «Отпусти ее!» Соперники совсем забыли о том, что находятся тут не одни. «Отпусти ее, ты! Ты! Ты жуткий!» Ящер замер. Лапа разжалась и обхватила вытянутая вперед копыта, помогая Демикорну подняться. «Маленький же ребенок втыкать рог в моя нога! Ха -ха -ха -ха, смелый! Ты брать его для смотреть битва!» С усмешкой проговорил ящер, поднимая за шкирку истошно же жеребенка, пытающуюся, если не достать рогом, то хотя бы лягнуть ужасного монстра, напавшего на ее наставницу. Делая это, зажмурившись, она не особо добивалась успехов, лишь несколько раз удачно попала хвостом по носу каменного существа, чем изрядно его развеселила. «Ха-ха, той наставница порядок!» Ракочущий голос над самыми ушками заставил же ребенка замереть, и уставиться непонимающими янтарными глазками на огромную грубую морду ящера. В зеленоватых, кажущихся бездонными самоцветами глазах играли веселые искорки, и отражалась она сама, пыльная, растрепанная, с тускло-сияющим на кольцом. Ты, — Ты-ты страшный! — заявила она, ткнув него копытом, отчего ящер глухо засмеялся. — Говорить правда, забавный малышка! — хохотал он, протягивая же ребенка в крылья наставницы. Это Амергал. Он будущий хранитель тех, про кого я тебе говорила. Каменные ящеры заселили эти горы одновременно с нашим народом. Но это не значит, что все из них твои друзья. Равно как и не все могут быть врагами. Запомнила? Жеребенок не особо вслушивалась в наставление багрово-ржавой наставницы. Толкая копытцами в измятые, прорезанные в нескольких местах доспехи, она в голос плакала. — Молодой Демикорн быть мягкотелый. Другие не боятся и плакать. Сражаться рок и копыта. Задумчиво рокотал ящер с интересом, вглядываясь в испуганно жмущуюся к наставнице юную перепончатокрылую пони. — Она станет сильнее, — неуверенно отозвалась наставница. — — Я ждать, когда девятый колено стать сильный, пока ждать гора становиться долина, — усмехнулся ящер, вставая в полный рост. Подняв обломок скалы, он сунул его в пасть с хрустом, перемалывая горную породу с прожиклами металла. — Ты хорошо сражаться. Омергал а бы тут следующая встреча. Да — Да-да, как обычно. Калдыря опустила вниз затихшего жеребенка. Оглядев а себя со всех сторон, она убедилась в минимуме повреждений. Несколько ссадин, чуть ноющее ребро и десяток обломившихся шипов на хвосте. Впрочем, те быстро отрастут вновь и даже станут прочнее. Доспехи же ее озадачили. Маги-инженеры клятвенно заверяли ее в прочности новой конструкции. Но со старыми доспехами, несколько громоздкими, неуклюжими, они сравниться так и не смогли. Теперь техномагам придется потратить время на оценку урона и причину, почему это случилось. Она цокнула по полу задним копытом. Смятые поны же жалобно всхлипнули, но выдержали удар. Их тоже придется заменить. Но в целом она была довольна результатом. От изучения артефактов ее отвлек шелест. Юная демикорна сидела у ее копыта, тихо дрожа крыльями, с мольбой в янтарных глазках. «Ладно», за то, что ты не сбежала, а бросилась в бой, хотя это и было глупо, я покатаю тебя на спине. Так и быть. Вздохнула Калдри, подняв же ребенка телекинезом и опустив ложбинку меж крыльями. Но если расскажешь об этом, Брайтлайт, я стану все отрицать, поняла? Да, наставница, а почему этот ящер напал? Ящер плохие, да? К непокрытой броню шеи Калдари прикоснулся холодный носик. Не все а из хороших. Он единственно может биться не в полную силу, и это позволяет проверить много разных взрослых вещей. Крыло изогнулось и тихо потрепало коготком за ушком же ребенка, о которых тебе пока еще рано знать. Мята и пона же скрежетали по полу и звенели. Площадка в пещере осталась позади, но впечатление от первой встречи с кем-то, оказавшимся сильным, как наставница — все еще колыхало сердце жеребенка, испытывающий одновременно сковывающий ужас и искреннюю радость от ощущения сильной наставницы рядом. Фиолетовая личность качнулась, прикоснувшись прозрачным копытом к нескольким нитям. Воспоминания сместились в сторону, и сферы сновидения стали тускнеть. Поддерживающая личность склонила мордочку и посмотрела в свое мерцающее отражение — пытаясь представить себя такой, какой была в сновидении. Сильный, храбрый, чувствующий пыл битвы, живой. Подразмеренный ход шестерней сон распадался на отдельные кусочки, оставляя лишь удивительное чувство тепла и защиты. Запах чуть пыльной шорсткий, с кисловатым ароматом разогревшихся доспехов. Синяя пони улыбалась во сне, тихонько сжимая в копытах сумку, в замок которой она уткнулась носом.